вы можете прийти к нам на стратегическую сессию, потому что слово, которое ассоциируется с стратегической сессией, которую мы проводим со скидкой, это слово «докрутка». Я докручиваю видеоблогеров, предпринимателей и показываю фокус, как угодно, да, вот сегодня мы докрутили идею, и вы увидите в отзывах, которые пишут мне люди после консультации, я посмотрел на свою проблему, на свою идею или на свой канал совершенно под другим углом, потому что я подкрутил ему фокус. Я подкрутил ему идею, я допилил эту идею, и сейчас у меня, да, стоит задача поделиться своим опытом, который сэкономит вам, вот точно сэкономит вам годы жизни, сотни тысяч рублей. Вы уже в чем-то обязательно эксперт. Вот я сейчас вижу замечательного Евгения Филимонова, который пришел к нам, добрый вечер. Он классный эксперт. У него экспертиза большая по выращиванию хвойных растений. И я с гарантией могу сказать, что если он будет слушать наши консультации, наши рекомендации, то мы сделаем из него лидера в нише. Он будет номер один в Ютубе по этим вот хвойным растениям. Потому что я уже знаю, как главное, чтобы Евгений после консультации был готов двигаться вместе с нами, то есть по нашей дороге. Это любимый тип учеников, это те ученики, которые готовы быть послушными учениками. Потому что у меня есть клиентка, которой мы говорим, что делать, она все вроде бы понимает, а потом на вопрос, почему вы этого не сделали, она говорит, а что я должна слушаться ваших девочек, они чего, больше меня пожили, больше меня зарабатывают. Фу, говорю я, до свидания. Я не продляю с ней контракт, потому что, ну, я не могу добиваться результата у человека, который не хочет двигаться. Это бесполезная потеря моего времени, мне есть чем заниматься. Понимаете, мне действительно есть чем заниматься. Существует огромное количество тех людей, которые были сегодня у меня на консультации, с которыми приятно поговорить, и я понимаю, что он нацелен на результат, что он ляжет костями, но дойдет до результата. А я положу его себе в кейс и буду говорить, вот смотрите, вот я учитель. И вот мой ученик, который достиг результата. Это классно. Почему? Потому что если я просто буду зарабатывать деньги, я смогу что показать вам? Сколько я зарабатываю? Ну это так уныло. Это так тоскливо, потому что сейчас в интернете огромное количество людей, которые показывают, вот у меня Феррари, вот там у меня там квартира в Москва-Сити. Ну это настолько тускло. Почему? Потому что здесь важно, а я еще раз повторяю, что здесь очень важно, что вы занимаетесь любимым делом, вы занимаетесь тем, чем вам нравится, то есть ваше хобби, которое приносит вам доход. Классное хобби, вот у меня классное хобби, которое приносит там условно $200-300 в день. Вот хобби, нормальное себе хобби. То есть я причем не хожу, не напрягаюсь. Я, вот заметьте, у меня есть знакомая, мы вчера с ней говорили, она такая, о, опять эта ненавистная работа, закончились выходные, новогодние праздники, опять на работу, и я опять почувствовал себя счастливым. Я понимаю, что, а у меня работа даже не заканчивалась. Вернее, она не начиналась. Вернее, можно ли устать от любимого дела? Вот если вы делаете что-то, что вам нравится, каждый день, каждый час, от этого можно устать, да. Потому что ваш организм, он требует отдыха, ребутнуться, можно поспать и дальше двинуться к победе, к очередному завоеванию, очередному гноблению конкурента. Я не скрываю того, что я с конкурентами очень и очень жесток, потому что я и вам говорю всегда, что конкуренты это те, кто забирают ваши просмотры, конкуренты это те люди, которые авторы, каналы, которых смотрят вместо вас. И поэтому говорить, что типа мы с конкурентами будем дружно и весело жить, это обманывать вас, а обманывать вас я не хочу и не буду, потому что мне это не надо. Зачем? Смысл? Зачем? Итак, продолжаем. У вас есть возможность получить стратегическую консультацию в нашей команды. Для этого надо просто оставить заявку
на консультацию и оплатить ее в ближайшее время, когда с вами свяжется наш менеджер. Что вы получаете? Вы получаете опыт, который точно сэкономит вас. Читайте отзывы. Мы сейчас собираем отзывы по этим консультациям. Их уже 7 видеоотзывов. Смотрите на нашем канале. Дальше. Вы получаете проверенные фишки и секреты, которые реально работают. Вот не просто там типа капитан очевидность, либо те, которые, ну, условно, у меня есть знакомый, который делает такие вот вебинары, говорит: друзья мои, чтобы сделать 1 000 000 на вашем YouTube-канале, надо инвестировать туда 500 тысяч рублей. Ну, так себе идея, ну, потому что для Америки, для Европы инвестиция в 10 тысяч евро в канал – нормальная инвестиция, особенно это бизнес-инвестиция. А у нас такие-то неподъемные деньги, но при этом вы точно получите ответы персонально для вашей ситуации. У каждого, и мы сегодня обсуждали, у каждого разная ситуация. У кого-то нет времени, у кого-то нет бюджета, кто-то стесняется сниматься на видео, кто-то не может до сих пор найти идею и метается между этими идеями. Да? И вы инвестируете и получаете окупаемость уже в ближайшее время. Почему я говорю слово «инвестируете»? Потому что многие из вас, они считают, что найм сотрудника, либо консультация у Некрашевича – это расход, это инвестиция. Потому что вот у меня на примере много, 99%, наверное, даже 100% говорит: подождите, я сегодня пойду другим путем. А до этого куда вы шли? То есть вы идете не туда, я просто вам показываю другую дорогу, я объясняю, почему она туда, и экономлю ваше время и деньги. То есть вы инвестировали в успех. Вы поймете, как и что делать. Не сразу, но вы хотя бы увидите точку Б. Точку Б и промежуточные. Б1, Б2, Б3 от точки А. Потому что многие из вас идут по наитию. Я делаю классный канал для кого? Где деньги? И все. И вы делаете классный канал о себе любимом. То есть так канал называется — ЧСВ. Чувство собственной важности. Вот мы опять же с вашей консультацией забираем самое интересное, то, что вы говорите. Вы уже в чем-то эксперт. В чем-то. И зачастую, вот на примере, многие мои клиенты, ученики, они даже не подозревают, что у них экспертность вообще в другом. Например, вы приходите и говорите: я историк, но вы эксперт по антиквариату. Вы приходите и говорите: я мама, я готовлю там пирожки, но вы эксперт по колыбельным. Вот как это работает? Важно, это как вот многие делают там профайлеры, профориентация. Моя задача другая, это подсказать вам, что я вижу. Но я не Ванга, я это скажу только спустя какое-то время, проанализировав вашу ситуацию, ваши достижения, ваши упущения, ваши факапы, если вы будете откровенны. И бонусом к этой консультации мы дадим вам либо аудит вашего YouTube канала, либо рекомендации, ну, кому-то мы можем дать даже таблицу, которую мы делаем для нашего канала. То есть бонус будет отдельно для каждого. Я думаю, что эта консультация реально покажет вам хотя бы немного направления и не сбьет вас с пути к успешному каналу. Поэтому, друзья мои, если есть желание, приходите, будем заниматься.